Зима в этом году выдалась никакая. Мало снега, аномально высокие для этого времени года температуры. Всю зиму погода на европейской территории России определялась влиянием Атлантического океана. Циклоны приносили с собой теплый и влажный воздух Атлантики. Весна приняла зимнюю эстафету и продолжила радовать жителей плюсовой температурой. У нас по-прежнему западно-восточный перенос, и по-прежнему к нам приходят циклоны. Сейчас средняя суточная температура должна быть порядка минус 6 градусов по климатическим меркам. А вместо этого мы имеем примерно градусов 5 со знаком плюс среднесуточную температуру. По многолетним данным, весна в Казани должна была начаться лишь 30 марта, в момент, когда среднесуточная температура перейдет в нулевую отметку. В этом же году отметка в 0 градусов была преодолена уже 28 февраля. Нынешняя весна, она из ряда вон выходящая, потому что если дело так пойдет, как вот на эту неделю и на декаду, то, конечно же, у нас через достаточно короткое время, и мне кажется, уже никакого снежного покрова у него не будет. То есть уже, по сути дела, приход ранний, приход весны. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюз.